Здравствуйте. Рядом со мной Диляра Хазиахметова, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Диляра. Здравствуйте. Давайте поподробнее о нашей сессии. Какая была тема? Я участвовала в сессии, которая рассказывала о сети центрических системах управления и гибких командах. Давайте чуть подробнее, что же это значит? Что это такое? Это, ну, называется, это сейчас называется сети центрические системы управления, а все мы знаем это под названием гибкие методологии, цифровые команды, команды проекта и так далее. То есть основная тема – это методологический подход, agile, к формированию команды над работой над цифровым продуктом. Расскажите, какие интересные тренды у вас сегодня на сессии были рождены, может быть, или просто подтверждены и продвинуты? Из трендов, что можно сказать, мы обсуждали компетенции, которые необходимы для создания таких цифровых команд и для таких систем. Это, как оказалось, не только профессиональные компетенции, но и больше soft skills, такие как гибкость, готовность развиваться, меняться, лидерство, умение слышать, коммуницировать, быть командным игроком. Как по всем этим пунктам сейчас наш ритейл себя ведет? Насколько все подходят по всем пунктам или все-таки есть где-то пробелы? Я из фармкомпании. Ритейл у нас, скажем так, одно из направлений бизнеса, поэтому так за весь ритейл не могу сказать. Я вот послушала сегодня коллег. Про нас. Именно наш ритейл, он как раз изначально развивается по гибкой методологии. Замечательно. Ну, наверное, теперь хочется спросить вас, что интересного на нашей выставке, на нашем форуме вы уже могли посмотреть? Или наоборот, ваши чаяния на следующие дни, что-то интересного хотели бы вы здесь увидеть? Очень было интересно послушать своих коллег из HR, потому что сейчас все очень так, можно сказать, эпоха такой изменений, турбулентности. И было, ну так, сравнить свои ощущения с ощущениями коллег, куда они двигаются, как мы вообще там, мы вместе со всеми или мы как-то отдельно развиваемся, идем. Я поняла, что в принципе все движемся одинаково, тренды одни, и никто не собирается останавливаться, и у всех идет в принципе такое, ну, наращивание темпов, развитие. Все развивают, очень радостно это слышать. Только вперед. Да. Спасибо большое, пожелаем вам удачи и до встречи на следующей выставке. Надеюсь, все больше и больше радостные повесточки вы будете нам сообщать. Спасибо большое. Спасибо, до свидания.